Сегодня я вам расскажу про такое замечательное дополнение к вашей инвалидной коляске, как велоприставка Ума. Для ее крепежа вообще ничего не нужно. Никаких дополнительных насадок, прикреплений к коляске. В общем, полностью независимо. Крепится она, когда ты уже понимаешь, как это делается, наверное, в течение минут. То есть ты просто подъезжаешь, закрепляешь одно крепление, закрепляешь второе крепление, приподнимаешь, закрываешь, закручиваешь это полностью. Тут есть два положения входа. Положение вперед и положение назад. Что мне больше всего нравится в этом девайсе, так это ее проходимость. Проходимости можно позавидовать. Вы можете проехать в лифт, даже в маленький лифт, заехать в транспорт, развернуться на метровом участке дороги. И если она вам не нужна или в данный момент не используется, отстегнуть практически в любом месте, оставить, выключить зажигание и пойти путешествовать своим ходом. И с помощью этого девайса можно решить кучу своих проблем по локации, потому что часто выезжая в город, ты просто не можешь все объездить, потому что тебе тяжело. Заряда этой приставки хватает на километров 35 как минимум, а может даже и больше. Заряжается она в течение 4 часов и развивает скорость с ограничителем, кстати, скорость 12 км в час, что очень даже достаточно в городской среде. Еду я на велике, и ветер мне в лицо. Я как будто маленький в загадочном кино. Нажимаю на педали вдоль залива. Вот она, волна позитива. Если не просто мобильным, а супермобильным, ты передвигаешься реально быстрее людей, за которыми ты все время не успевал, и не испытываешь от этого никакого дискомфорта. Ты становишься востребованным, интересным, везде успеваешь, и, конечно же, наслаждаешься летом. Мне по барабану, что восьмерка впереди. Главное, проблемы остаются позади. Еду я на велике и в непогоду. И Виталя тоже походу. Многие шейники не могут заехать на такие бордюры. А с такой приставочкой это не составляет никакого труда. Плюс ты с собой можешь вести целый рюкзак, винишко или там каких-нибудь магазинных вещей, которые тебе необходимы, и совершенно не напрягаться. Даже ребенка можешь на колени посадить. Мама говорит жениться, мне пора стемениться. В тапках перед телеком сидеть красиво, но там нету Виталика с пивом. Красивые висят, и соседи, посмотри, с колясками стоят. Только